Очень часто в языке Python возникает необходимость создавать какие-нибудь списки. Достаточно часто мы делаем это, создавая пустой список, затем запуская цикл for и добавляя туда элементы с помощью метода append. То всего этого в языке Python на самом деле есть куда более лаконичный синтаксис. В английском языке он называется list comprehension, а в русском языке я, к сожалению, не нашел нормального перевода. Проще всего, пожалуй, называть его генерацией списков. Пускай у нас есть список x со значениями от минус 2 до 2. Мы бы хотели создать такой список y, который бы содержал квадраты данных значений. Мы могли бы написать просто сейчас создать пустой список, а зачем для каждого элемента внутри списка x мы бы добавили к y его квадрат. Затем выведем y на экран и убедимся в том, что все действительно работает как нужно. Однако в языке Python существует синтаксис, который позволяет сделать это сильно проще. Мы можем объявить содержимое списка прямо внутри списка, используя list comprehensions. Концепция на самом деле крайне простая. Мы сразу внутри конструктора листа укажем, что нам нужно. Мы скажем, что это квадрат числа i. А потом скажем, откуда взять это число i. Мы скажем, для каждого i внутри списка x. И когда мы запустим данную конструкцию, мы действительно сможем убедиться, что в списке y содержатся квадраты чисел из x. Также внутри данного конструктора листа мы можем использовать условный оператор if. Мы можем добавить данный элемент внутрь листа только в том случае, если, допустим, i больше нуля. Когда мы запустим данную конструкцию, мы убедимся в том, что у нас остались квадраты только тех чисел из x, которые являются положительными. В нашем случае это числа 1 и 2. Давайте с вами попробуем разобраться, как же в общем случае может выглядеть такая генерация списка. Сначала у нас идет, что мы должны поместить в наш список. Это какое-то выражение. В нашем случае это был квадрат числа i. Затем у нас идет цикл for. Мы перебираем элементы из какого-то множества или из какого-нибудь, допустим, итератора. Затем у нас может дополнительно следовать еще несколько циклов for. А затем у нас в конце может следовать условный оператор. Если он верен, то мы действительно помещаем элемент. А если значение логического оператора все-таки false, то мы не помещаем элемент в наш список. Давайте теперь запустим конструкцию посложнее. Давайте внутрь нашего списка z поместим такие пары x и y, что x у нас из промежутка 0,3 не включая 3, y из промежутка 0,3 не включая 3, что y больше либо равен x. Давайте выведем это на экран и убедимся в том, что мы действительно перебрали все такие пары. Стоит, однако, разобраться, чему же эквивалентна такая запись. Если бы мы сначала создали пустой список, а потом честно бы запустили два цикла for, сначала первый, который мы указали, затем второй, который мы указали, и затем бы мы честно проверили, что y больше либо равен x, или что только в этом случае мы бы написали z-append наше вот значение пары x y, которое мы указываем самой первой в нашем конструкторе списка. Если мы выводим такое значение z на экран, то мы убедимся в том, что оно эквивалентно тому, которое мы вывели до этого. Несмотря на то, что две такие конструкции абсолютно эквивалентны, первая конструкция сильно короче, и при этом она не теряет своей понятности. Мы понимаем, что можно перебрать x и перебрать y, и если y больше либо равен x, то тогда мы добавим в список значение пары xy. Однако, если мы данную конструкцию поместим в круглые скобки вместо квадратных, то мы получим нечто не менее интересное. Мы на самом деле получим генератор, который будет перебирать подходящие под условия объекта. Давайте здесь в нашем коде заменим квадратные скобки на круглые. Когда мы выведем z на экран, мы убедимся в том, что z — это generator object, то есть наш генератор. Мы можем попросить у z следующий элемент, вывести его на экран, и убедиться в том, что это та самая первая пара, которая подходит под наши условия. А если мы попросим также и следующую, то мы уже убедимся в том, что мы вывели и вторую пару. Таким образом, если вы составляете список, используя цикл for и условный оператор, то вам лучше использовать данный синтаксис. Это сделает вашу запись короче, и при этом ваш код не перестанет быть понятным.